петербургские гусли Кантеля. Колесико – это смычок. Придется по стрункам звук извлекать. Если здесь этот смычок не кончается. А здесь мы сами играем на лире, поэтому шарманка, не путайте, ничего общего, кроме ручки. А балалайка? Здесь можно красить. Только, да, конечно. Только с конца 17 века. И то она вот такая была. Вот. Но зато первое упоминание о балалайке, это судебные документы, написано: один другого бил балалайкой. Какова матушке, да в кремной Москве. Ой, какова матушке, да в новом городе.